Вот это у нас въезд с дороги к нашему дому. То есть это вот я захожу на их территорию. Все огорожено. А мой дом вон стоит загороженный. Я не могу к нему подойти. То есть сплошняком забор. Это соседи дырочку открыли, чтобы я могла к дому подходить. Через фиг пойми, кого нужно идти, чтобы попасть к дому. Вот пролезла через чужой забор к дому. Стоят две машины. И забор. Забор здесь. И забор там. И куда взлетать на автомобилях, непонятно.